Привет, сегодня наш обзор. Это два цилиндра у нас Герда. Один Герда Про, другой Герда ВКМ4. В чем разница? Слева это Герда Про, у него сверху три пассивных пина. Герда ВКМ4, у него два пассивных пина. Еще эти замки отличаются глубиной распиновки. Значит, импрессия универсальная. Подходит по две этих модели замков. Попробуем открыть сейчас Герду Про. Так, начнем с 0,5. Также можно пробовать и 0,6. Так, замок открывается не быстро, поэтому можно использовать здесь силовую рукоятку. С ней просто не так руки затекают быстро. Так, это у нас была Герда Про. Сейчас попробуем открыть теперь Герду. Абсолютно новый замок. Герда ВКМ4. Так, замялась фольга. Пробуем заново вставить аккуратненько.